Всем привет! Вы на канале Азота, и сегодня я хочу со своим другом поиграть в игру под названием Майнкрафт. Поздоровайся. Всем привет! Вот, мы будем проходить выживание в бутылках, как видите. Где-то я буду один играть, где-то с другом, а может даже и втроем. Ну, а мы приступаем. Все, приступаем. Так, первым делом мы должны нарубить. Ты руби березу, я пока обычное дерево. Окей? Окей. Тут я только включил геймод только для того, чтобы поставить кроватки вон те, потому что кроваток не было, и спать нам надо. Вот. Так. Поэтому я его включил. Так, сейчас мы должны переработать древесину. Так, так я тоже перебот. Вот. Так, давай построим. У тебя сколько? 16. У меня 12. Давай построим домик. Давай. Разноцветный можно, без разницы. Да, да, да. Так. Так. О, вот такой. О, семечки. Можно потом посадить. Да. Можешь прямо сейчас. Все, постой. Так. А ну даже мотыга. Мотыга? Да, чтобы сделать это. Нет, может, да. Нет. А, тебе семечки с травки выпали? Да. А, думал, тебе из дерева выпало. Давай, кстати, ты пока строй, я дерево порушу, чтоб еще росток выпал. О, все, росток выпал. Так, давайте дальше еще дорушим. Да. Потому что из обычного дерева там может выпасть где-то 4 ростка минимум. Оп, оп, вот оп. Еще один росток. Убегу! Знаете, доски, короче. Сейчас я тебя кину. Спасибо. У меня там две досочки всего лишь. Так, сейчас еще это обычное дерево порушим. Давай, давай, какой-нибудь росточек, потому что березы там мало, нам она маленькая растет. О, о, все, росточки есть. А, так, все, пока, доделал, вот домик. Да, там сейчас, давай, короче, давай, давай пока посадим. Вот, я тут посадил. Тихо. Тут так, еще посадим. Сейчас, давайте заберу. Тут посадим. Где твою кровать? Да зачем? А хотя да, давай туда перенесем. А туда. А дай кровать. Да ладно, поставь, поставь, поставь. Поставь. Я пока дальше-то ломаю. И поспим. Бля! Так. Давай. Все, мы доломали. Что-то я не... Так, все, давай дальше. Да поставь любую кровать. Твоя пусть тут будет, моя тут, без разницы. Вот да смотри, вот, 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 а, вот. Стой. Это твоя, мою коричневую вот сюда поставь. Опа. Все, ложись спать. Сейчас монстр, где монстр, где их вы видите? А, на под нами, наверное. Блин, походу, да. Ну, давай попробуем поспать. Блин, у тебя я не могу. Давай попробуем кровать переставить, что ли. Ну я никого не вижу там наверху. А, может и там. Да там. Блин. Может там. Ой, лег в кровать. Ура. Ты тоже ложись, ты тоже должен спать. Так что день не станет, пока, если ты, например, в сетевой игре играешь, нужно я, типа, сразу всем лечь. Давай, ложись, а там пока посплю. Давай, ставь. Ложись. Тыкай, тыкай, тыкай просто. Все, отлично, сейчас день станет. Все, кровать можно обратно перенести. Да. Опять мою кровать забрал. Я, короче, ты свою, ты мою поставь, а твою. Где там пауки ходят? Вы что там, в пробке застряли? Наверное, в пробке. Хорошо. У нас ничего не отросло за этот, так, за этот день. Ага. Тыкву можно посадить. Короче... Тростник! Ага. Тростник. Я пока земли накопаю, чтобы идти на следующий остров. Тут такая небольшая пещерка вниз будет. Я тут заберу тростник. Тут, блин, уже камень пошел. Так что давай сначала покопаем верхнюю. Потом уже... Ага. И? Так, вот так, вот так. Да. Я что-то есть уже захотел. Я нет, пока не хочу. Давайте тогда будем к животным строиться, чтобы их там убить и поесть. Так, так, стройся. Я тут это останусь. Окей, ты
пока там будь. Земли еще накопаешь, сможешь. Ага. Ну, поставлю строю. Тростника. Так, немножко не хотели. Там минус то, что там крипер еще стоит, где коровы. Блин, а мы что поставили, что у нас вещи не пропадают? Ну, я знаю, но все равно, если он взорвется, то все бомбанет там. Но, и корова сдохнет, и бутылка взорвется. Ладно, давайте тогда сейчас остановлю, и я пропишу команду, чтоб ничего не рушилось. Давайте. Так, все, вернулись. Команду прописать не получилось, потому что на этом сервакагу нельзя ее прописывать. Не знаю почему. Но появилась у меня такая идея, что если прокопать два блока, а там, наверное, камень, да, будет? Там, да, там камень еще. И, не получится. И, наверное, крипер туда упадет, и... Окей, давай так дальше будем копать. Ну, тогда просто обойдем его и подойдем к кофту, там часы есть. То, что нужно. Только, блин, если мы их убьем, то они у нас уже пропадут, так что надо... Это, им покушать дать, чтобы они размножались. Но. Так, и что свиньи едят? Они морковь едят. Нам нужна морковка. Там, а там курочки есть? А курочки я не знаю. Да, там курочки есть, семечки подойдут. Копай траву, чтобы семечки выпали. А я! Так, траву копай. У тебя же выпадали вроде бы они. Ну, у меня одна выпала. Ну вот, как... стой, блин, она не подойдет. Еще одну копай. А ты пока копай. Все, я собрал. На, кидай мне. Блин, извини. Кидай. На. Это было просто выкинуто. Да, вот эти семечки давай. Блок снова к тебе улетел. Бум, на. И блок еще. Бум, на. Так, пошли вместе. Так, погоди, давай еще надо докопать. Покопай немножко. Хорошо. Без разницы, пусть тут такая дырень большая будет, да. Какая разница. Сюда мы еще сами еще ничего не ставим. Ну все, думаю, все хватит. Что ты уже захотел есть? Все, хватит. Я пока не хочу есть. Хочешь? Что-то... На бокс. Я уже... Да, ты потом построишься. Постройся потом. Сам. Аккуратнее, присяду лучше. Так, давай. Что, в принципе, тут уже можно вверх идти. Еще? 12 еще. А у меня только 4. А у меня только 4. Mm-hmm. 4. У тебя только 4. Так. Мне так называют 4. Так. Еще немножко наверх. Хоп. Так, крипер, надеюсь, ты... Ну нет! Окей, ты тогда дальше прострой. Пау. Дальше. Ничего, вещи не пропадут. Строй дальше, строй. На блоки. Давай. На еще блоки. Они прямо к тебе упали. Так, я отойду. Все, давай. Пау. Обязательно нужно прыгать, когда ты приседаешь. Кто блок? А, это я поставил. Окей. Тут есть бутылка с водой. Мы можем здесь рыбачить, когда захотим. Блин, я что, упаду? Так. Фух, все. Отлично. Так. И нам еще нужна земля. Так. Побежали за землей. Блин, я что-то. Что-то заглючило. А кстати, у нас же вещи не пропадают, можно просто упасть и умереть. И у нас восстановится. Я вижу красная корова, она танцует. Они почему-то бешеные, почему они так быстро бегают? Ну. Так. Блин, а маленькая же это бутылка маленькая же. Так, ты только пока там что-нибудь поделай. Ну, бутылку открой, только сделай так, чтобы потопа не случилось. Чтобы порыбачить. Вон, там видишь дерево сверху, то кропка на ней. Ну, я вижу. Раскопай ее, чтобы больше у нас дерева было, а то нам еще сундуки надо сделать и дом построить. И надо всякие оружие сделать, кстати. Ага. Кстати, надо верстак сделать точно. И кирку потом. Раз, вот она попала немножко земли. Я вот знаю, в нашей бутылке, я смотрел видео с Оскаром, и я, короче, знаю, что там внутри есть бутылки, и там это, есть эти, как это сказать, алмазная броня, там все, короче, алмазное. Ну, это разные карты, в это не может. Да, может быть. Может, да, в это не может. Так, давайте поменим.
немножко. А я вот открываю. Вот. Нам надо еще на нашу. А вот это, а вот здесь что? Я что-то вижу, бутылки там. Ну. Это что такое? О, это блок, который в конце там не ломается. В любой карте там. Который не ломается. Я пойду. Прыгни, посмотри. А, это тот блок. Как он там называется? Ну окей, попробуй как-нибудь выбраться. А хотя не надо, ты сдохни лучше. А здесь не выберешься. Надо сдохнуть, правда. Да нет, просто задохнись. Мне надо стекло ломать. Лучше не надо ломать стекло. Да, потому что все... будет ай-яй-яй. Потом будет. Мы как будем потом ловить рыбу? Ага. Так, я пока дальше буду строиться. Блин, придется тогда... Ты не скажешь, как мне там? Так, тогда, блин, придется к овечкам, курочкам давайте. У нас же семечки есть. Да, ой, блин, да, у нас же семечки есть. Я забыл, что... Я запомнил, что только у меня есть семечки. Ещё у нас пока не растет. Ну, уже заметил это. Да. Плохие мы садовники. Блин, все бегают, блин. Все как-то, блин, вокруг бегают. Это как-то странно, они бешеные. Чё-то упасло. Не странно, смотрите вот. Но! Что с ними не так? Им надо помочь. Если сейчас я снимал, блин, то мои подписчики тоже бы увидели. Так. Блин, немножко не хватило. Тащи землю. Есть земля какая-нибудь. Земля? Да. Ладно, давай дерево поставим, потом уберем. Так, перепрыгнуть, надеюсь, сможем. Вот, яички снесли. Яички снесли. Это как раз нужно. Чтобы сделать собственную ферму. А, так, о, целых 4. Вы что тут? Вы спасите. Спасите! Спасите кто-нибудь. А, кас-кас-кас, идите сюда, хватит бегать. Вот. Я покормлю. Я, наверное, и тебя. Я, наверное, не разобьюсь. Так, они пока что делают они? Крип на меня смотрит. Так, сделай так, чтобы он не взорвался там. Да он отошел. Так, он... быстрей. Но, ночью же нас... Размножайтесь. Так, наверное, даже не пришлось ускоряться. Блин. Дай мне что-нибудь, чтобы подняться. На, держи. На. Отлично. Блин, дерево нам надо. Да, надо... курочки, отойдите. Я вас могу ударить. А, тут еще одна пробка закрытая. Ну, сейчас сколдуем. О, грязь. Да. Ну, короче, надо еще лестницу сделать. Давай, так, что там? У нас выросли деревья. Пойдем это к нам. Давай мы здесь заберем пробку. Да, давай. Давай вот эту пробку заберем. Давай. Так, и сколько у нас будет еще дальше? Ну, в принципе, сейчас там у нас еще дерево выросло в нашей бутылке. Так что надо туда собрать его. Надо это быстрее ложиться в кровать, потому что пока мобы не заспаунились. А то у нас мы пытались, когда увидели, да? Потому что мы пытались, над нами, наверное, было. Да. Надо еще над нами залезть и сломать ее. А потом... Она у нас большая, кстати, посмотри факел на нее. Факел надо же сделать. Факел — это уголь, а у нас пока что нет. Посмотри на нашу большую пробку. Но она больше всех. Давай лучше ее оставим, потому что если мы сломаем, там мобы будут прыгать. А там чего? Они наверное, умрут. Ух! Что упал? Так, давай, бежим. Сначала давайте в кровать. О, два дерева даже выросло. Да. Кровать ложись. Можешь? Так, да, пока достроим, короче, тут домик. Давай, так. Нет, не ломайся! Стоп, ничего не делал, стоп. Все, построили. Пока что на время это наш дом. Я не могу спать, просто рядом. Блин. Дай. Да ты иди! Да что? А у меня. Так. Спать. Короче, опять ломаем кровать и идем в другое место. Вот они, такая штучка. Ага, ну я уже лег спать, давай. Ломай кровать, ко мне нет. Надо было здесь домик построить. Лег? Лег. Отлично. Я лежу. Так, все. Ну, давай, короче, тут кровать или... Нет, давай перенесем. Давай лучше пока здесь оставим. Я перенесу, а он к тебе, кинь меня.
Окей. Короче, свою поставь. Блин. Так, тут почему-то блок поставился. Кто его поставил сюда? Я его поставил. Зачем? Так, у тебя есть хватает древесины на верстак? Нет, я ее истратил. Куда ты ее дел? Да вот на это еще. Окей, давай, короче, сломаем. Ты сломал пробку, где курица? Нет, я ее не ломаю. Да я твой. Да просто тут, с дерева возьми и все. Как это там было больше, уже дерево сломал. Я взял топор и все. Ну да. А такой мод есть? Да, я знаю. Его так же надо устанавливать. Так. Я нифига не знаю, как устанавливать. Просто набираешь, скачать мод, и все, он устанавливается. Я не первый раз мод устанавливаю, я знаю. Так, теперь надо древесину получить. Так, я пока делаю ферстак, не делай его. Хорошо, а я сделаю древесину. Что ты делаешь? Я сделаю это, босс. Ан, ты пока... Не, давай ты верстак пока сделаешь. А что я буду делать верстак? Сделай верстак. Так, сыр блин, всякий. Чтобы пирог сделать. Вот, все, и, короче, я сделал. Верстак, погодь. Что-то у меня... Все, я сделаю верстак, не делай. Так, вот сюда поставим. На, короче. О, дерево там упало чуть-чуть. Вот, сразу два даже. Так, и сундук нам еще нужен. Сразу два даже до него. Ой, азота даже удалось сразу. Ага. О, блядь. Ну посмотри-ка, вот у нас это. Надо. Смотри-ка. Что там? Вот так смотри. Ну нормально. Ну нормально. Что это такое? Так, сюда можно пока положить лишнее. Это курочек. Так. Так. Раз снимал. Двери сделайте, пожалуйста. Двери. Для дверей это что? Почему я не могу двери сделать? А нужно много досок. А у меня достаточно. А, там дверь в другой. Нужно, надо сначала вот так это сделать. Оп. О, все, сделал дверь. А, все сделал. Сразу две? Три. Они три делаются всегда. А, всегда три делаются. А одну дверь поставим вот сюда. К этой бутылке. Ага. К этой бутылке. Отлично. И тут еще дверь. Она пусть будет открыта. Мы будем ее закрывать, когда всякие мобы. Так, да вот сейчас надо заборчики сделать, чтобы курочек туда поместить. Так, нормально. Так, у тебя яички. Блин, палочки нужны. Да, яички я их в сундук положил. Раз. Где? Паука. Забор. Надо нам сделать забор. Где забор у нас? Вот он, забор. Так, нам надо еще сделать так вот так и все. Так, небольшую сделаем. Ничего ты росточков насадил. Дождь пошел. Надо некоторые росточки вот, убрать. Так. Он у нас притекает. Наш. Смотри, вот сюда не ставь, вот сюда росточки не ставь, тут будет ферма. Иди. Вот, я их убрал тут. А я их поставил вот около нашего входа. Блин, еще надо. Так, а тут досочка одна есть. У тебя есть это древесина. А, я скинула одну. Я. Ну, то есть, вон она. Угу. Ты пока иди эту пробки порушу у бутылок пробки. Ну ладно, пойду. Ну дождь пойду. Ага, так. А вообще, блин, когда дождь, блин, там туман вообще. Ну, я знаю. Ты закроешь одну дверь? Я пока занят. Попозже. Так, что я хотел сделать? Еще забор надо. Да, забор надо. Так, и калитку нам еще нужна. О, животные перестали уже бегать вокруг. Угу, это хорошо, потому что они какие-то сумасшедшие. Были. Такая калитка у нас стоит. Зачем ее, если можно просто так обойти? Так, овцы, блин, там бегают. Овца бегает. Бля! Я вообще не вижу из-за тумана, вообще ничего. О, ты иди. Я занят делом. Смотри, я спавнюсь здесь, но я, блин, дерево уже выросло. А как тебе мы будем приходить?
Кого? Как она так? На росток. Больше около двери мы не делаем. Угу. Да, в это, сюда положи в сундук. Я занят. Так, сейчас забор нам еще нужен. Забор. У меня есть немножечко семечек для курочек. И еще такое. Может, к ним сходить? Ну, сходи, да. Дай им еще. И тростник купил. Кстати, из тростника сделай сахар. Из тростника сахар? Да. Тростник где? В сундуке? В сундуке. Сейчас все сложу. Все. Так, сейчас надо посмотреть, где сахар у нас находится. Вот он, сахар. А зачем нам сахар? Ну, тортик можно пока потом сделать. Тортик. Нам же нужны яйца. Видите? Яйца в сундуке. А, яйца в сундуке. Так, надеюсь, выйдется. Что нам нужно, чтобы сделать тортик? Да, нам еще не хватает. Там нам много чего надо. Молоко надо, нам не хватает. Надо... очень много надо всего сделать. Так, короче, я сейчас буду спать. Нам же нужно спать, когда дождь идет. Я говорю, просто спать, когда дождь идет. Блин, курочки не заспавнились, это лажа. Так. Блин, я тут немного постою, ладно? Ладно, тогда я пущу курочку. Так, где тростники? Ой, и семена. Семена тростника? Нет. Или просто семена? Да дай мне семена. Да у меня, блин, одно, блин. Сейчас подожди. Ну окей, тогда так пошел. Ты сейчас проводаешь? Я пошел пока яички пособираю. Ага, иди. Себе. Блин, какой-то туман. Туман вообще какой-то. Я вообще такой впервые раз вижу. Оп. Так, все. Все, наконец-то. Курочки. Они сбежали! В смысле? Вы знаете... Лажа. У нас теперь нету курочек. Лажа. Окей, давайте пока я поставлю на паузу, включу геймод и заспавню курочек. О, зомби горит! Кто горит? Зомби! Ладно, мы продолжаем. Так, все. Тыковка. Блин, тебя срубить или оставить? Оставь лучше. И почему росток... Блин. Ладно, сюда пока посадим. Так. Пойдем посмотрим там, пока. Там один зомби. Блин, давайте я спарта... Ничего, он такой... Я спартанусь, чтоб это... Я... Голод восстановился. Там зомби такой элитный. Да что такое, блин? Я не хочу даже кушать, блин, что-то. Это читерство. Ну, потому что ты вот недавно же где-то сдох. О, я недавно же сдох. Так. Пока. Это кто? Тут оцелот ест куриц. Откуда тут оцелот появился? Тут курицы от страха яйца нанесли. Быстрее! У нас вроде бы рыба это, в сундуке была. Скинь зомби. Это мешает. Блин, там... Серьезно, тут куриц убивают. Если рыба у нас, она в сундуке была. Ё-моё, там корова сбежала. Да не рыбу, ты не ищи, не на корову смотри. И волк еще. Где рыба? В сундуке. А-а-а. Мы с тобой тогда ее накопали. Блин, как мне теперь выбраться? Тут еще и волки. И кости как раз у нас есть. Волк, да? То есть один волк, да? Да. Вообще, тут это везучее. Опа. Так, тут уже сразу. Пусть тогда мой волк будет, а твой кот, окей? Окей. Я несу тебе косточки. Давай. Сейчас кину тебе. Брось мне их, потому что если ты его приучишь, он твой будет. Да. Давай. И гнилая плоть. На, держи. Сколько их там? Две только косточки? Что? Там еще косточки были? Да. Притяни еще руку, я думаю, что я не с первого раза пошла. Тем более кота очень сложно приучить, ты что так мало рыбы взял? Дай. Все? Да, пошли. Там надо еще зомби скинуть. А если скинуть? Что это... Вещи не пропадают. Да. А если падали... Блин! Молодец.
Окей. Ты... где он? Он где курица, он жрет их. Кстати, да, и мы еще поставили спаунер животных, потому что это будет хоррор, это хоррор, хардкор, если спауна не будет. Зомби. Вон он, где волк? Зомби! Где волк? Где? А. Ты не охуел? Волк где? Блин, извини. Нет, блин! Нет, я его убил! Да что ты его бьешь? Их не надо бить. Блин! Ты все куриц уже переубивал, или ты... Короче, это спаунер, короче. Надо тут кота оставить, он будет куриц жрать. Тут куча куриц. Да ты на не... Ты, короче, кнопочку удерживай и приучи. Да блин, поставь, блин, какой-нибудь блок, чтобы... Да он тебя боится, потому что надо на корточках ходить, ты его так не приучишь, как будто первый раз. Что ты сам ешь? Это для кота. Это иди, курица. Сделал? А, он там сейчас выбежит. Все, да. А, он тут. Да хватит котов. Ой, куриц жрать котов. Уйди. Ой, корова, ты что сюда пришла? Вы что тут делаете, не понял? Да, они... Почему все сбежали? Мне немного чуть-чуть опыта мне удалось за приручение этого кота. Так, уйди, кот. Что за паркурщик? Коровы, уйдите! Блин, где? Где кот? Я не могу! Так, сейчас он забежит в ловушку, я его закрою. Да блин, что за... Забежал, забежал, все, закрыл. Блин, там еще дырка внизу. Давай. Сейчас он забежит туда. Все, закрыл. Что? Вот он. Где? Вот тут. Постой. Корову надо убить. Там шкура. Корова, вы что тут делаете? Не понял. Я все взял, короче, что там было. Он это ты единственное случайно копаешь? Я ничего не копаю. Есть! Наконец-то! О, он сиамчик! Кот сиамчик! Ты че его бьешь? Данил, открывай! На, выходи. Надо сейчас тут все убрать. Это хлам. А кстати, кот все равно курицу ест вроде бы. Отойди. Реально? Стой. Он ест? Нет, он не ест. Это же приученный кот. Так, а где мой волк? Я волка потеряла. Он, наверное, упал. Блин. Блин, а стекло сломал. Ну ладно, ничего такого не придумал. А ты кота-то своего забыл как бы? Я, короче, умер. Он сейчас телепортировался ко мне. Да, он телепортировался. Да, он телепортировался, все. Так, кот, сиди тут. Кот. Дерево. Или в... Нет, пусть он дома будет сидеть. Так, где моя волк? Сиамская кошка попалась. Блин, ребята, волка хочу. Так что давайте... Блин, чуть не упал. Давайте, чтобы было честно, что у него кот, у меня собака, я зайду в гейммод и собаку, короче, себе. Так ты часто хочешь в гейммод зайти? Так, уйди, зомби, я тут зомби пока убиваю. Я зомби тут истребляю. Блин, да, ну ничего такого не произойдет. У меня вообще куча еды, когда как и целот все. Блин, в сундук ложи. Это вообще хорошо. Надо одного заспавнить, и он так будет делать. Целота, просто обычного. Да, кстати, да, мы еще заспауним целота, где курицы будут, чтобы он их убивал там. Но... Так, косточки, но я себе оставлю. И, блин, мы же не будем получать яйца. Да пофиг, у нас же тут курочки еще будут, а, видишь, ферма. Все, сиди тут. Что, заспаунить? А почему ничего не спаунится? Окей, давайте сейчас зайду в геймод и заспауню волка. Yeah. Все, я заспавнил, короче, волка. Я знаю, что это читерство, но я тоже волка хочу. Что, с первой косточки съел, это, приучился? Мне пришлось было долго, блин, приучать свою кошечку. А у меня с первого раза. А, кстати, рыба хоть осталась? Ну да, две штучки остались. Кость, я с первого раза ее просто приручил. Так, главное, чтобы они не подрались, собака с котом, потому что кто-то из них может умереть. Иди сюда, Бобик.
Я немного мяса у нас есть немного. Бобик. Ты же, блин, чуй. Бобик со мной будет ходить, он будет нас защищать. Так. Почему он не ходит? Да он на меня смотрит. Да он на кошку смотрит. У него не трогает мою кошку. Он хоть и не трогает. Иди сюда, он пошел. Привет. Привет. Так, можно пока дальше идти расследовать. Давай на следующий остров-то пойдем. А на следующий остров мы тогда пойдем в следующей серии, потому что мы уже снимаем час. Так. Ну, тогда будем заканчивать. Ну что, будем прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Азота. И также у моего друга, который сейчас с нами играл, тоже есть канал. Вот видите его ник, 1 рубль, а также его канал и называется. Переходите, также подписывайтесь, ставьте лайки. Пока что у него там нету видео, но он будет в будущем снимать. Что ты на меня смотришь? Ну, а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал Азота. Всем удачи и всем пока. А сейчас небольшие развлечения. Бобик, взять. Бобик, нет, кусать его, кусать. Надо, кусать. Не надо, нет. Бобик, фас. Он еще ударивает его. Молодец, Бобик. Ну, а мы прощаемся, пока.